Привет! Сегодня хочу рассказать, как получить рут-права на LG телевизор. Smart LG телевизор. А дело в том, что у меня было видео, в котором я пытался получить рут-права администратора, но мне не получилось. А не получилось именно вот из-за этого приложения, которое было ранее установлено. Developer Mod. Вот так вот. Теперь его нужно удалить. И после того, как мы его удалим, мы попробуем по новой получить рут-право. Заходим в мои приложения. Нажимаем удалить и спускаемся в Developer Mode. Удалить. Удаляем. Все это приложение удалено. Вот такие, кстати, у нас еще есть приложения. И после этого мы открываем браузер. В браузере есть вот такая закладочка rootme.tv. Заходим на эту страницу, зажимаем кнопочку и двигаем вправо. И отпускаем. Запрос на подключение Rootme TV. Если принять условия этого приложения, Rootme TV может получить хранить информацию на телевизоре. Мы соглашаемся. И после этого телевизор выключался. Здесь написано: подождите 5 секунд. И похоже, мы получили рут-права. Хотя не факт. Посмотрим. Может быть, надо после удаления девелопера перезагружать. Это как обычно наша приставочка Mi Box 4 китайская. Так. Install Final Home Channel Root No Loop. Да, мы подтверждаем. Не потом, а сейчас. Но channel install. Отлично. О-хо-хо. Значит, будем ставить лампу. Так, перезагрузочка произошла. Опять включилась приставочка. Ну, я думаю, пора уже нажимать кнопочку Home, которая вызывает Smart TV. Вот, посмотрите, наша кружечка. Оп. Тин-ди-ди-ди-тин. Ти-ди-ди-ди-тин. Вау, круто! Ну, то есть, мы сейчас видим те приложения, которые, ну, изначально стоят. Но нам нужно еще свой адрес, не свой прописать адрес, а как бы прописать немножко другие настроечки. Мы заходим в настроечки. Репозитарий. Так, больше никакие настроечки мы не меняем. WPOS 0.4.0. Репозитарий. Так. Для его ввода нам необходимо наш блокнотик. Так, как там? HTTPS. Сейчас, секунду. Итак, я благополучно переписал из блокнота этот адрес. И вы, как сейчас видите, это repo.webosapp.club.
И мы нажимаем Enter. И депозитарий, репозитарий. Вводим TRIS. Все, готово. После чего мы выходим. Можно, конечно, система Reboot. Но лучше мы включим и выключим телевизор. Так, чуть-чуть сместилось у нас. Ну, так будет лучше. Итак. А, ну вот, мы еще можем ребутик вот такой. Ну, мышка не всегда. Загрузка, да, пожалуйста. Мы перезагрузили, так скажем, репозитарии, у нас теперь их два. И мы можем видеть те приложения, которые есть. Fork Player, Кинопаб, Кинопаб ТВ, Кино ТВ, кстати, абсолютно хорошее приложение. Мне нравится. Торсерф теперь у нас стоит на телевизоре. Лампа Light, которая не требует никаких настроек. Все настройки уже есть. И также лампа. Лампу мы сейчас запустим. А, install. То есть сначала мы ее установим. Отлично. Аппликацион. Лампа ТВ. Все, теперь если отсюда выходишь, то мы видим, пожалуйста, лампа рядом с кружкой находится. Мы открываем лампочку. И все, пожалуйста, мы видим все, что было у нас на лампе. Аккаунт. Кстати, сразу хочу сказать, обязательно делайте синхронизацию. По крайней мере, это дает возможность на разных устройствах свои какие-то закладки делать там. Ну и вообще синхронизация, это очень хорошо. Интерфейс оставляем то же самое, все то же самое. Плеер. Некоторые спрашивают, как сменить плеер. Ну вот же, тип плеера, встроенный, WebOS, встроенный. То есть меняйте, пожалуйста. А если у вас Android TV, там вообще неограниченное количество плееров. То есть либо встроенный, либо Android. И уже указывайте, на каком вы будете смотреть плеере. Если вас какие-то вопросы интересуют, обязательно спрашивайте у нас в телеграм-канале. Ссылочка будет на него под видео. Использовать парсер, да? Сразу хочу сказать, можно Jacket, а можно Tor Look. Какой использовать будете вы уже пробуйте сами, на каком у вас есть. TorSurf, естественно, это с помощью уже как его называют, я уже забыл. С помощью TorSurf. Плагины. И плагины, все плагины у меня указаны в телеграм-канале. А ссылочка будет под видео. Ну и в крайнем случае я под видео могу, если вам надо, напишите, я размещу. У меня по крайней мере там 15 плагинов различных. Плагины абсолютно разные. Одни там внешний вид лампы изменяют, другие показывают онлайн, третьи торренты показывают. Ну, то есть плагинов может быть сколько хотите. Абсолютно. И здесь я ставлю главное. Основной источник сами какой хотите указывать. Я указываю куб. Все. На этом видео остановлю, потому что дальше нет смысла. Если про лампу остались вопросы, спрашивайте. Все расскажу, покажу. На этом все. Если видео было полезно, ставьте лайки. Если было бесполезным, ставьте дизлайки. Root права получается в два счета. Если придет новое обновление на WebOS телевизор, без проблем root права слетят, вы также их в браузере получите, и все будет по новой у вас, все чин-чинарем. Все, на этом все.
Ничего не бойтесь. Рут это не так страшно, как его малюют.